Ребята, всем привет, с вами Александр, легенда Дракономании, у нас акция «Небо и Земля» продолжается. Я снимаю видео сегодня вторник, вы его видите в среду, значит, еще позавчера я перешел в шестой этап. Еще позавчера, но тут как бы ничего, ну, позавчера ночью, скажем так, то бишь вчера я сюда зашел, но, ну, как вы понимаете, в общем-то, я не играл здесь особо. Ну, каких-то там несчастных 13 тысяч у нас есть, пару сундуков откроем. Надеюсь. Так, вот ты где, Брант. У тебя снова проблемы с божественными драконами? О, нет. Она увидела, что я напуган и попыталась спрятать меня к себе под крыло. Думаю, она хочет сразиться с вами, чтобы убедиться, что вы достаточно сильны и можете забрать меня домой. За мной не нужно присматривать. Так. Ну здесь все легко и просто. Это у нас Технофродита, да? Это чертовски сильная барышня. Так, давайте, я, может, парализуем. Да. Ладно, не будем из себя высасывать жизнь. Блин, она всех усыпила. Видишь, Хронофродита, мы не хотим навредить Бранту, мы просто хотим надрать ему задницу, чтобы он больше не бегал по подземельям, и забрать его домой. И хотим поблагодарить тебя, что присмотрела за ним. А если тебе и другим божественным драконам из разлома нужно где-то жить, Драколандия — отличное место. Нет, это было смело, я соглашусь, драконы здесь могли потеряться, почему бы нам не подарить им дом? А вообще-то я хотел спросить Хронофродита, почему моя любимая... Кто? Непонятно кто. Ого-го! Ого-го! Кто-то... Да, тут все печальнее, чем я думал. Ну, может, я пошел не в ту сторону, но как бы не суть важно. Посмотрим, что там будет в другой стороне. Но здесь, ну, у меня время, конечно, есть, но все равно очень дорого. Ну и награды побольше. 750, раньше такого не было. Сейчас за каждое задание по 750 даются. Раньше по 600 было максимум. Так, Сет, Аид и Туман. Странный набор противников. Бой номер 3. Ну, это хорошо, что эти стихии у меня в порядке. И Сидушка. И Сидушка, блин. Тоже только одна полезная стихия у нее. Ветер. Но она, конечно, очень достает. Так, а сколько здесь сундук стоит? 4000? Не, сундук всего лишь 450. Это, в общем-то, радует. Ладно, давайте идем дальше сражаться. С одного удара. До свидания. Всякие там бонсай. Так, ну и здесь он все подходит. Не, божественная атака. Отравляющая атака. И бесполезная атака. Ой, промахнулся, но ладно. Так, ну пойдем, ладно, сюда туда пойдем. Мы ищем сражение. Блин, не так как хотел, ну ладно. Так, ну пока у нас все отлично.
Так, а это была обычная Афродита, или как там звали эту красавицу? Так, ой, вот это, блин, тоже очень сильный. Очень сильный дракошка. Хотя, с другой стороны, даже если бы она мне сейчас попалась, а смысл мне ее качать? У меня есть Архангел и Анубис. У меня два дракона, которые перекрывают ее. Выжил, выжил на тоненького. Так, а Сет? У Сета такие же стихии, да, как и у моей осени. Да, у меня самый сильный уже сейчас не факел. Так что еще один будет туда. Ну ладно. Блин, ух ты. Этот Имхотеп или как там его? Деревянный барашек мне нравится, симпатично. Да, нужен божественный дракон, земля и вода или ветер. Вот комбинация из этих трех стихий. Так, тоже нифига мы тут не нашли. Ну и далеко мы тут уже не зайдем. В общем-то... What the fuck? Ну хотя... А, я понял почему. Здесь пути короткие, потому так дорого. А, мы еще прям в ноль потратились. Смотрите, как круто. Прямо в ноль, ребята. Ну что, нам так уж много нужно, чтобы туда дойти. Еще целых 4 дня. Просто сейчас акция так попадает, что я, в принципе, и утром, и ночью я как бы ничего не пропускаю. То есть я ложусь спать, остается еще 3 часа акции. Я там сплю 8 часов, просыпаюсь, еще там остается там 20 минут до акции. Потом я успеваю собрать вот это все барахло. Правда, сегодня с перепугу, чтобы 750... как бы было намного меньше, не помню сколько, было 400, по-моему, на 5 уровне, или как-то я так быстро перескочил, в общем-то, был не готов, что нужно собрать еду мне уже дважды, а не один раз, и золото собрать за один раз я уже не успеваю, ну, в общем-то, теперь нужно больше времени, за минимум за два хода собирать вот эту акцию. Короче, вот такие вот дела, ребятки. Так, чё мы там? Давайте заглянем сюда. Один боёчек сделан, и побежим, потому что дел много. Уже почти 9 час, надо что-нибудь слегка потренироваться, поесть и бежать. И бежать, 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 бежать. Ладно, куда-то я вышел. Ух ты, минус 29. Давайте сюда пойдем. Целое одно очко заработаем. Прикольный такой противник нам попался. Как ты сюда попал? У него только 40-е драконы. Да, в натуре. Одни 40-е драконы. Ну, 41-й не считается. Ведьма. Кто там еще был 41-й? Это было забавно. Вот так, ладно, ребятки, на этом заканчиваю. Пора бежать. До скорых встреч.